обидно такие матчи проигрывать. Я просто обидно, мы хорошо играли сегодня у нас. Злой, согласен, у нас Юха нас спасал, слава богу. Просто обидно по-человечески, по-хоккейному просто обидно. Для вас, наверное, вдвойне тяжелее было, все-таки вы вошли только в прошлом матче, в игровой ритм вот этот ловили. Но насколько тяжело было физически, как себя чувствовали по ходу овертайма? Обидно, что так, конечно, да, что не верили в меня, что так вышел поздно, уже в конце, уже вот сейчас в этой серии. Это было, наверное, таким хорошим для меня реваншем, чтобы доказать, что я достоин играть в этом плей-офф, в этой команде. И я не наигрался, и нам бы очень хотелось просто еще продолжить это. И достойны были этого седьмого матча. А как команда настраивалась? Что вы делали? Что говорили друг другу перед этими овертаймами? Все-таки сил тоже не было на морально-волевой. Да, просто тут просто характеры были. Тут даже уже не физикой играли, не головой, ничем. Просто характерами играли. Я не помню, если честно, что мы говорили, но нерв был самое главное.